Ну вот, наконец-то мы приехали к дому, о котором я говорил. Этому дому больше 10 лет. Он собран еще вручную, без станка. То есть была у нас такая история в компании. Ну и давайте пройдем, посмотрим, как он выглядит через 10 лет. И хочу напомнить, что 5 лет он не жил в нем никто. И что произошло за это время, посмотрим. Видите, дом стоит на солнечной стороне, поэтому где-то грязь, где-то краска, где-то плитка отошла. Эту отмостку нужно утеплять, и тогда ничего подобного происходить не будет. Вот по отмосточке сейчас посмотрим. Видите, там отошла плитка. 10 лет назад мы не утепляли отмостку, поэтому, так как здесь глинозем, ее зимой поднимает, она упирается в деревянную часть и ее отрывает. Вот посмотрим теперь на лакокрасочное покрытие. Я так поближе подведу. Пройдем вокруг дома. Обратите внимание, что вот точность сборки за столько лет абсолютно не пострадала. Ну, а теперь я покажу, как выходит смола на солнце. Вот на этих зауголках очень хорошо видно этот процесс. Но это все легко убирается. То есть, если за домом следить и делать какую-то покраску хотя бы раз в 5 лет. Здесь видно, птички гуляли. Ну, вот наличник, его качество абсолютно не пострадали. Только грязь, которую, безусловно, нужно убирать. Вот, и посмотрите, зазоры, да? Вот, их нет. На зауголках на солнце появляются небольшие трещины. То есть, если бы это прокрашивалось периодически, то этого бы ничего не было. Ну, ничего страшного, мы все это восстановим, и он еще простоит свои 12 лет. Очень даже легко. Вот как себя ведут окна, да? Посмотрите, это окна импостные, это разные стеклопакеты. Вот. Вот как они себя ведут за такое количество лет. Здесь в углах. Очень внимательно, не скрывая, там подбои, водосливы. Здесь такой обзор дома. Вот видно, как поднимает отмостку. Здесь очень хорошо видно. То есть в нашей полосе, где глиноземы, отмостку утеплять нужно в обязательном порядке. Потому что она чистится, а когда она чистится, то она там и промерзает. Вот основное, конечно, повреждение, это повреждение камня. Проникает вода и появляются такие вещи. Мы это уже, все эти ошибки учитываем в новых домах, но лишний раз напомнить об этом, я думаю, никому не мешает. Вот террасная доска. Вот посмотрите, да? Вот что с ней за 12 лет случилось? Ничего. Ну, давайте посмотрим теневая сторона дома, да? Вот зауголки на теневой стороне. Краска абсолютно нормальна. Вот я так близко посмотрю, вот эти все узлы. Наличники. Видите, сколько грязи накопилось. Вот что такое отсутствие солнца. Видите? Отмоем и будет как вчера. Вот смола, конечно, где выходит. Мы сейчас специальными составами смолу закрываем. Консервируем, называется. Работает лучше. Не могу сказать, что она полностью убирает вот этот эффект выхода смолы. Но работает значительно лучше. Кстати, накрылки. Все говорили, что вот эти деревянные накрылки со временем развалятся. Ну, подождем еще 10 лет. Может, наступит то время, когда они развалятся. Вот терраса. Терраса, да, мы говорили, что террасы поднимает. Так их делать не надо. Вот смотрите, видите, насколько подняло. Видите, вышел терраса. Ну, вот ее бы по уму переделать, да. Вот она еще не встала даже с зимы. То есть, конечно, глина поднимает очень здорово. Ну и когда она открытая, как бы мы ни закрывали, вот эти вот
явления на дереве, они будут всегда. Конечно, терраса пострадала за это время больше всего. Но мы знаем, как ее надо делать. Мы ее переделаем и уже в готовом виде покажем. Общий обзор дома немножко завершаем. То есть нам понятно, что надо делать. Все это будем восстанавливать, подкрашивать. И дом приобретет опять свой первозданный вид. Вот мы уже поставили леса и будем этот дом немножко обновлять. То есть мы его подкрасим. Смотрите, какой красивый участок. Просто утопает в зелени. Все-таки нет ничего лучше природного ландшафта. Ну, разве можно сравнить какой-то газон вот с таким делом? Вот наши ребята приступают к шлифовке дома. Видите, такие шлифмашинки. Ну тут что скажешь, сложная работа, но будет все очень здорово. Я вас хочу познакомить с самым важным человеком в моей компании. Его зовут Михаил. Я честно скажу, что я не встречал таких замечательных, порядочных, умных, а главное, аккуратных людей. Поэтому, Михаил, я тебе благодарен. Там, где ты, всегда чисто, всегда хорошо. Я думаю, что ты из этого дома сделаешь лучший дом в твоей жизни. Через какое-то время мы к вам приедем и посмотрим, что получилось. Ребята, всего вам доброго. Ну вот мы опять пришли в дом, который уже неделю идет реставрация. Посмотрим, что у нас получилось. Ну вот идет зачистка, видите, торцов, да, вот видно, какие торцы, видите, зазоров нет, ничего нет. Ну вот красочка немножко пошла, поэтому вот мы это все делаем. Ну, давайте посмотрим, как на той стороне все это выглядит, потому что на той стороне уже ряд работ завершены. И посмотрим. Вот. Вот смотрите, как будет. Обратите внимание на стену, на качество покраски, на цвет. Вот так будет выглядеть, если вы помните. В прошлый раз я показывал, как здесь проводились работы. Вот как это прекрасно выглядит сейчас. Вот прошла реконструкция наличника. Вот его восстанавливают, красят. Вот, вот такой великолепный внешний вид у дома с этой стены. И вот так прекрасно будет выглядеть весь дом. Идет зачистка, видите, да, здесь зачищают, отмывают. Помните, да, как это выглядело в прошлый раз? Вот где-то подшпаклевывают. Вот. Эта стена еще не покрашена, она вот зачищается, наличники зачищаются. Мы будем еще подъезжать и смотреть, что здесь происходит. Потом снимем интервью с хозяином этого дома, покажем дом изнутри. Просто он сейчас его пока нет, по той причине, что дом реставрируется. Но вот внимательно посмотрите, я даже сейчас слегка приближу, чтобы можно было более внимательно рассмотреть качество отделки, которая сделана сейчас. Видите? Вот мы сблизи все показываем. Так, дому на всякий случай 12 лет. Ну вот, собственно говоря, и все.